Что ж, девчонки, вот приехала я на Риалто. Сейчас пробегусь пешком 5 минут по всем переулкам шопинга до Сан-Марко, где основные. Смотрите, какая шапочка из норки, из лоскутков. Пальто такое симпатичное, да, в клеточку. Настасья Филипповна, добрый день. Доброго вам воскресенья. Посмотрим, сколько стоит это пальто. 599 стоит. А это у нас Марина Ринальди. Вот шапочки без помпончиков в моде. Марина Ринальди. Ой, какой дубак, девчонки. Ну, а как бы не видно из-за... А, сейчас Левьяна Конти, если открыто, померим белый кардиган. Потому что в видеолук я не очень-то хочу заходить. Я на них тоже не хочу больше тратить денег. Ой, смотрите, голубое полупальто, но почему-то вот воротник мне не нравится. Какой цвет красивый, что за воротник такой? Нет, нет. Это у нас Penny Black. Ну зачем делают такие воротники странные? Это бордово-красные цвета. Как жаль. Цвет красивейший, который я бы хотела купить. Посмотрим сейчас в... А это вот пальто, которое я купила Левьяна Конти, по-моему, да? Что за туфли такие? Фетишные. Вот это вот марка. Так, дальше идем. Ой, как бы тут слишком близко туристы, как говорится. И вот сюда вот мы идем. Быстренько идем сюда. Здесь музыка. Мне надо музыку переорать. И здесь у нас будут сейчас все бутики. Будет Твинсет, туристы, тренчи светлые. Так, это у нас Твинсет. Видите, у них тоже как падва. Смотрите, стиль спортивный. Туристы есть. Венеция проснулась после пандемии. Благодаря всему тому, что делается. Чао! Парень захотел попасть в мое видео. Так, справа сейчас будет Пинка. Естественно, в Венеции более широкий ассортимент во всех бутиках. Не то, что в Падово. Падово маленькие бутики. Венеции намного. Сейчас вот. Справа у нас Пинка. Пинка... Те же витрины. Пинка не буду заходить. Пинка мне сегодня не интересна. Ой, все те же гондолеры. Переулки. Пинка. Ой, столько сегодня будет видео и фото. А, смотрите, белое полупальто. Такое Тедди, да? А, в Падово было такое же фуксия розовое. Типа из синтетики. Покажу вам всю дорогу, чтобы вы знали, как быстро добежать до... Ой, смотрите, всякие такие венецианские штучки-дрючки. Вышивка вся венецианская.
всякие мурану, стекло. Ой, выходит солнышко, я так рада, что я приехала. Хоть надышусь свежим морским воздухом. Поднимусь на последние этажи отелей, покажу вам Венецию сверху. А сегодня поднимусь на Даниэле. Пятизвездочный отель Даниэле. Там терраса открыта до 6 вечера. И можно снять вид на Венецию, на Сан-Марко оттуда. Так что, если не забуду, вы мне напомните в комментариях. Слева от меня. Что это такое? Это перчатки, что ли? Какие-то магазины были перчаток. Туристов много. О, американцы, как всегда, англичане. Ой, видите, у них Луиза Спаньоли красиво так оформлена. Не то, что Падова. Видите, у них по-другому оформлена Луиза Спаньоли. А вот это вот у нас Ливиана Конти. Ливиана Конти, видите? В аутлете есть 90 пья, в 1 час езды. Смотрите, какая стёганка беленькая, беленькая с ботинками. Но я стёганки не люблю, я маленькая, я в них как колобок становлюсь. Ливиана Конти. Ой, какое красивое пальто на воротник. Ну что за воротник? Какое красивое пальто. Мне нравится цвет. Но что делать с воротником? Девчонки, посмотрим сейчас, какая цена, когда будет распродажа. Вернемся. 536 всего. Сапожки 318, каблучок удобный, шарфик такой же. Ну, получается, что она из шерсти. Помните, я в прошлом году за 50% купила белое пальто такое же, с таким огромным, с огромными карманами. Сейчас, девчонки, зайду, покажу вам вот эту церковь рядом, но она всегда закрыта. Оказывается, есть рядом отель «Орион», никогда не замечала. Так, заходим сюда. Вот я взяла. Вот я взяла «Вапоретто» на «Риалто». Покажу вам немножко. Номер второй Вапоретто, маршрутный трамвайчик, водный, морской. Покажу вам немножко. Ой, ветерочек есть, морской бриз. Билет стоит 7,30. Все туристы снимают море, большой канал, Гранд-канал. Делает, не делает никакой остановки. Раньше была остановка на казино. Сейчас, по-моему, казино закрыто, насколько я помню, из-за пандемии. Сейчас увидим. Посмотрите на прекрасную архитектуру Венеции. Наверное, есть шум мотора. И потом мы увидим еще мост Риалто. Говорят, надо пройтись по мосту Риалто. Сколько живу, 22 года в Италии, до сих пор не прошлась по мосту Риалто. Даже жила в Венеции лет 5 с моим бывшим адвокатом-аристократом, который умер от рака легких, очень много курил, никогда не курите.
встречный трамвайчик. Но я много раз снимала большой канал. Каждый раз, когда проезжала в Венецию, всегда снимала. По-моему, остановится. Вот это вот казино Венеции. А нет, не остановился, слава богу. Значит, казино до сих пор закрыто. Закрыто казино из-за пандемии. Видимо, через фишки передаются вирусы. Вот такие вот венецианские палаццы на воде. Надела шарф теплый, ветер, бриз морской. Переулочки. Каждый палаццо имеет свою лодку, свою пристань, вот такие вот пристани. Бьют 12 часов колокола. Вот это вот красивое здание чем-то напоминает логотип Louis Vuitton. Венецианский флаг со львом венецианским. Видите, везде идут ремонт, 110% бонус, который правительство Италии возвращает. Смотрите, как красиво, колокольня, часовня. А вот и мост Риалто, через одну секунду. Так, перейдем на ту сторону, чтобы было виднее. Вот вам мост Риалто и гондольеры. Вот это вот мост Риалто. Видите, 6 минут 53 секунды. Проплыла я на этой лодочке до Риалто и за 5 минут добегу до
Сан-Марко. Потихоньку выходит солнышко. Вот второй трамвайчик водный Вапоретто, который едет на вокзал Санта-Лучия, плывет, то есть, и на Пьяцале Рома, где на машине можно доехать. Всем пока, не забывайте подписываться, ставить лайки.